началом выпуском этого видео я бы хотел бы сказать огромное спасибо спонсорам моего канала Турбоход. А это Саня Прайдер, Бестия27Рус и, конечно же, Жорос. Ребята, спасибо вам огромное за то, что оформили спонсорскую подписку. Ребята, если хотите проспонсировать мой канал, оформляйте спонсорскую подписку. Она стоит недорого. Наконец-то долгожданное открытие премиум кейсов PUBG Lite. Ты уже тут? Ты уже готов смотреть? Смотри, наслаждайся и получай удовольствие. С тебя подписка, лайк и, конечно же, коммент под этим видео. Приступим. Итак, дорогие друзья, перейдем к открытию кейсов непосредственно. Заходим в магазин. Начнем с обычного ящика странника. Откроем один кейс. Фу! Нифига себе, мне сразу выпадает скин на СКС-очку. Кисть скелета, это хорошо. Нужно попробовать еще раз. И мне выпадает футболка с длинными рукавами. Отлично. Теперь мы переходим в особый ящик. Тут вот сами видите, что может выпасть. А выпасть здесь может очень и очень многое. И очень много-много-много приколов. В общем, открываем один раз этот кейс. Особый ящик, который называется. Ну, приступим. Ну, в принципе, так себе. Лето, шорты, хаки. Но я бы не сказал, что это идеально, да? Давайте теперь попробуем открыть ящик зверь. Тут такие прикольные скины разных зверей, скины на оружие тоже есть. Масочки разные, разные типа одежды, разные головные уборы. Ну что ж, ребята, готовы? Вскрываем! Так, повторим. Вскрываем! Кожаная кепка градозащитник, ну ничего себе. У меня теперь кожаная кепка есть. Понятно вам? Понятно? Кожаная кепка есть. Ой. Так, давайте теперь особый ящик еще раз откроем. Ланда. Зачем мне эти очки? Давайте попробуем еще раз. Джинсы армейские зеленые. Ну, типа это хорошо считается. Ладно. Опа. Ну, масочка вполне такая ничего хоккейная. Осталось только раздобыть хоккейную клюшку к этой маске. Давай. Дай нам что-нибудь красивое. Я знаю, ты можешь дать нам что-то красивое, ящик. Давай. 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 У-ху-ху! Вот это классно. Вот скин на Скарлетт. Это действительно, это круто. Это... Так. Да-да-да-да. Шляпанцы? Давайте. Беретик. Попробуем еще раз. Я лучше особый ящик подкрываю. Тут что-то два раза ерунда. Так, последнее открытие кейса на этом аккаунте. Вы готовы? Приступаем. Ла-ла-ла-ла-ла. А неплохо сегодня мы по скинам с вами поднялись на этом аккаунте. Хорошо, я бы сказал даже. Смотрите, что я сейчас выбью. Смотрите, полиция, полиция. Бэм. Видали? Я серьезно говорю, офигенно, халат выпал с первого ящика. Это просто что-то с чем. Так, давай здесь этот ящик откроем, посмотрим. Что? Костюм рестлер? Серьезно? Серьезно? Штанишки. Ну, нормально. Подожди, откроем еще один ящик зверь пока. Что-нибудь хорошее нам не выпадет. Ох, нифига. Давайте теперь особый ящик. У додиков своя методика. Нифига себе. Маечка. Еще раз зверь. Курточка. Желтенькая. Еще раз зверь. И еще один бейсбол. Офигеть, зачем мне их два? Ладно, особый ящик подкрываем. Шапка, рок-байкер. Неплохо, да? И что у нас там осталось? Еще одно открытие, последнее. Та-дам! Еще один рок-байкер. Напишите в комментах обязательно. Если вы открывали эти кейсы, что же вам выпало? Ребята, пишите в комментах, что выпало вам. Очень интересно. Я вот знаю Растафарику, точнее,
русскому в Эстонии, который сейчас в Растафарик переименовался, то ему выпала тут эта полицейская тачка и свинья. То есть, ну, такая вот свинья и ездит еще на вот этой полицейской тачке, вы понимаете, да? Всю иронию судьбы, простите. Я просто ору. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного нам не выпало в этом открытии кейсов, поэтому в следующий раз, ребята, ждите, будет открытие кейсов у меня на основном аккаунте. Здесь же вы видели открытие с двух моих левочков, с двух моих левых аккаунтов. Открытие кейсов. Напишите свое мнение обязательно в комментариях под этим видео. Всем пока, удачи и хорошего настроения. С вами был Турбоход.